Нам очень повезло, и мне удалось взять интервью у мамы Леонида Гуревича, которая тоже профессиональная портниха, работала в Москве. И, Ольга, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, пару слов о своей специальности, потому что вы уникальная портниха, я это знаю, вы в Lord & Taylor работаете. Спасибо за приятные слова. Я родилась в Москве. Меня зовут Ольга. Я работала в мастерских Большого театра вышивальщицей. И в то время, когда я работала вышивальщицей, у меня была такая мечта освоить все навыки швейного производства. Потому что мне очень хотелось красиво одеваться самой и шить красивые вещи. В итоге я окончила театрально-художественное училище и всю жизнь работала по этой специальности. В 92-м году мы с семьей эмигрировали в Израиль и 7 лет прожили в Израиле. Мой сын с 3-летнего возраста, Леонид, мечтал стать дизайнером. То есть он тогда еще не знал, что эта профессия называется дизайнер. Он просто мечтал о том, чтобы наряжать красивых женщин, делать еще более красивыми. И мимо него никогда не могла пройти ни одна красивая женщина. Или промелькнуть какая-то интересная деталь. Где бы это ни было, то ли это капитель, то ли это какие-то еще архитектурные украшения на зданиях. Он все это зарисовывал, подмечал. И так незаметно как-то шли годы, и Ленина вот эта мечта воплотилась. Он стал дизайнером женского платья. И после... Да, мы 7 лет... Минуточку. Вы 7 лет жили в Израиле? Да, мы 7 лет жили. Вы приехали 7 лет назад в Америку? 23 года назад. 23 года назад. Да, мы в 22-м году эмигрировали в Израиль. В 92-м году. В 92-м, да, в 92-м. И через 7 лет, в 90, получается, 99-й, да, мы выиграли грин-карту и перебрались в Америку. Здесь Леонид продолжил свое обучение в институте, называется это FIT. Ну и так вот развивался на своей этой стезе. И я ему помогала, как только могла, потому что мне это все было близко. И я всегда могла оказать ему посильную помощь. Я представляю, как вы, как мама, были счастливы, когда вы видели, что он шил платья в коллекции, которые были Гурченко и других известных американских актрис. Это, конечно, большая победа и большой успех. И я представляю, как вам это приятно, когда мы видим... Конечно. Ведь мы такие родители, что нам приятно видеть успехи своих детей. Да, конечно, приятно, что он занимался серьезным делом, что он приносил радость. И это хорошая профессия. Конечно. Дарить улыбку, дарить счастье женщине, когда она имеет красивое платье, какую-то красивую вещь. Кто-то, возможно, в других странах мечтает с момента рождения иметь красивое платье. Здесь нам это все доступно. Я так понимаю, что вы работаете в компании Lord & Taylor, и многие даже не знают, что ходят в ваших платьях, пальто и костюмах, потому что вы тоже великолепный дизайнер и прекрасно шьете, и прям кроете без выкройки. Ну, так мне повезло с вами поговорить. Я очень рада, что я беседовала с мамой Леонида Гуревича, с замечательной женщиной Ольгой, которая воспитала такого талантливого сына. Спасибо. Будьте большое. Здоровы, спасибо большое. Спасибо. Мне очень за повезло добрые слова. С вами поговорить. С вами была Марина Лагунова. Спасибо. Спасибо.